Как заработать летом и чем заняться на весенних каникулах омским школьникам? Об этом рассказали эксперты в международном пресс-центре МКР Медиа. В этом году планируется трудоустроить более 300 тысяч подростков в возрасте от 14 лет. Детям предложат работу по благоустройству пришкольных участков, городских скверов, а также устроят в библиотеки и дворцы культуры. Подростки старше 16 лет смогут попробовать свои силы в качестве вожатых в лагерях дневного пребывания. Сейчас для детей открыты разные секции-кружки. В Омске работают 23 учреждения дополнительного образования. Их посещают более половины из 110 тысяч школьников. Особой популярностью в последние годы пользуются секции по робототехнике. Новыми направлениями, конечно, это является робототехника, которая сейчас на сегодняшний день вошла во все учреждения дополнительного образования, несмотря на профиль данного учреждения. Потому что интерес возрос, возрос интерес к инженерным специальностям, вопрос вот этот вот... Ну, наверное, спрос очень актуален, потому что робототехникой можно заниматься с самого вот маленького возраста. Кроме того, юные омичи во время весенних каникул смогут побывать на профориентационных экскурсиях. Так, например, в Омском аквапарке детям расскажут о тонкостях работы инженера, лаборанта, медика и инструктора. Мы показываем, как наш персонал инструктируется перед началом работы и вообще как бы роль медика, допустим, в каких-то бассейнах, в аквапарках, здесь также про это мы рассказываем. Ну, познавательная часть рано или поздно приходит к концу, и, соответственно, ребятишки также могут насладиться комфортом нашей аквазоны.